Адам Дэвид ждет. Нам нельзя его задерживать. Внимание! В лабораторию допускаются только уполномоченные лица. Что ты имела в виду, Мэг, насчет того, как ты это сделала? Ничего. Это просто от волнения. Может, мне следует что-то знать об этом месте, о шерифе? Меган! Погоди. Мы никак не можем избавиться от отклонений в искусственных клетках. Ладно. Но повышенный уровень нейропептидов в этот блоке может свести на нет всю калибровку. Ладно, я перепроверю это. Не верится, что ты спрашиваешь про Дэвида. Ты здесь достаточно давно, чтобы знать. Эрик, ты не собираешься бегать от меня, верно? Даже не думал об этом, доктор Рид. Мне кажется, я знаю, почему показания Деклана выходят за рамки. Избыток пептидов? Я думаю, причина в гибели глиальной ткани, которую мы обнаружили после сплайсинга в белках антагониста. Был бы у нас хороший цитометр. Были бы и точные данные, которые посетители не должны оставаться без. Я попрошу Дэвида подумать об этом. Если он закажет прибор в Page Industries, может, нам достанется еще одна кофеварка. Ты слишком глубоко копаешь, Адам. Мы делаем доброе дело. Мы помогаем людям преодолеть физические немощи. Да, только вот почему-то большинство наших клиентов военные. Далеко не все. Мы работаем с учителями, врачами, строителями. Зараза! Осторожно, Эдди. Эти коробки стоят больше, чем тебе платят. Извини, извини. Не, все уже готово. Для Вашингтона? Ха! А, доктор Рид, это генерал О'Нил. Доктор Шевченко сказал мне, что работа над тайфуном продвигается. Да, если бы не Василий. Как я говорил, сэр, основа тайфуна – видоизмененный боевой корпус наподобие того, что надет на мне. Я улучшил его, снабдив фигурными микрозарядами, которые приводят в движение стальные пулы. А проблема обратного пламени? Решена с помощью динамических клапанов. О, смотрите. Давай. Впечатляет. Когда все будет готово? Боюсь, мне надо бежать. Василий знает все подробности, генерал. Конечно. Нам еще предстоит повысить меткость. Точно. Учителю без этой штуки никак не обойтись. Ты не понимаешь. Военные заказы помогают нам держаться на плаву. Но нейронные импланты, которые помогают быстрее соображать, реагировать, они могут сильно улучшить жизнь. Жизнь каждого. Дэвид годами говорил об этом. Да, он любитель поговорить. Он хороший человек. Признайся, Адам, в глубине души он тебе нравится? Мне все нравятся, доктор Рид. Ну да, конечно.